Здравствуйте, меня зовут Крутикова Татьяна, и в нашей следующей лекции мы с вами обсудим порядок создания резерва на выплату вознаграждений по итогам года. Мы посмотрим с вами правила налогового учета в целях налога на прибыль и сравним их с теми правилами, которые закреплены в бухгалтерском законодательстве. Смотрите на видео «Консультант».